видите только первые деньги. Я называю короткие деньги. 37,5. Это правда. Все увидели 37,5, хоть каждый час можно зарабатывать, да? Пригласил, подписал, получил. Обналичь, пожалуйста, да, сразу. Это нормально, что как короткие деньги. Что такое бинар, да? Бинар — это две ноги, вот как Айгуля сейчас говорила. Сейчас был вопрос задан именно активность, насчет активности. Вот, допустим, возьмем. Кто сделал на покупку 123 один пакет и ждет? Есть такие? Может, получить. Ну, понятно, одну покупку кто просто сделал и ждет. Есть, да, такие? А кто сделал на 319? Посмотрите. Просто я хочу показать разницу, да? 319 и 123 доллара. Человек, который купил на 123, это 70 капсул, да? Ну, скажем, LF8. И человек покупает, который 3 пакета больших. Знаете, Accelerate и LF8. Разница здесь, продуктов, здесь сколько капсул получит он? 280, да? Здесь 70. Теперь люди ждут. Мы говорим 20-40 дней. Компания новая, да, только год компании. И мы ждем вот этот промежуток времени. Одинаково, что вот этот человек ждет, что вот этот, да? Согласны со мной? Вот месяц прошел, продукт приходит, еще звонят. Когда мой продукт еще, мало того, в общий чат скидывает, да? А там новичок сидит. То есть понимаете вы, что на корню просто бизнес вырубите. Во-первых, смотрите, продукт нужен сегодня всем? Да. Или у вас много продукции? Нужен. Нужен? Конечно. Вы же покупаете, сейчас просите. Айлиту окружили, Айгуль, эти 2-3 дня, да? Нужен. Дайте продукт, дайте продукт. Правда же? Нету продукции. Продукт работает? Да. Я просто хочу сказать, что продукт сетевой. Нашей компании сетевой. Что такое сетевой продукт? Он должен отвечать трем вещам, да? Продукт потребляемый. Имеет свойство заканчиваться? Да. Продукт эффективный. Эффективный продукт? Шикарный продукт. В первую очередь эффективный. Теперь смотрите, есть, вот допустим, продукт, скажем тоже, в сети очень много продуктов разных, да? Есть холодильник. У каждого дома есть холодильник? Не один, два у некоторых, да? У некоторых три еще, морозильная камера. Хороший товар? Нужный товар? Ну, один раз купил, и все, 10 лет ты пользуешься, правда же? Это сетевой продукт? Нет. И вы должны понимать, как, с каким продуктом мы работаем. На самом деле это уникальный продукт. То, что мы сегодня делаем, продукт не хватает. Продукт шикарный, он имеет свойство заканчиваться. Человек, который ждет, у него бизнес быстрее пойдет, чем у этого? Нет. У этого быстрее пойдет, правда? Хотя это тоже мало, я считаю, это тоже клиентский вход. Понимаете? Вот просто хочется показать, как быстрее ранги достигать. Чтобы люди понимали, что такое активность. Не надо бояться активности. Люди, может быть, некоторые вы работали в таких компаниях, где нет активности. Есть же компании такие. Через 6 месяцев делают. В некоторых компаниях вообще один раз вход и все. Там денег нету, поверьте. Потому что каждый раз надо подписывать людей. Каждый раз. Здесь надо построить структуру, какую вы хотите. Кто-то хочет, например, пришел в этот бизнес, 1000 человек построить. У каждого своя цель, правда? И своя скорость. Кто-то хочет 5000 человек за год. Кто-то 10, кто-то 50 тысяч, а кто-то 100 тысяч. Структура, чтобы выросла, правда? И с этого количества людей будете постоянно получать доходы. Каким образом? Продукт потребляемый? Да. Имеет свойство заканчиваться, да? Семья даже минимум 2 человека, и то вот это не хватает на месяц. Вы согласны со мной? Вот. Поэтому, если мы научим, это называется культура потребления. То есть мы должны культивировать, чтобы партнеры потребляли продукт. Потому что меня тоже звонят партнеры, спрашивают, Шарик, есть, привез продукт, не привез. Я говорю, что нету продукта, заказывай продукт. Чего ждать-то сидеть? Я говорю, не надо ждать, я в месяц несколько раз заказываю продукт. В месяц несколько раз. Почему? Потому что пока вот этот приходит, да, у меня вот я заранее заказал, до этого он пришел ко мне продукт, правда же? Конечно.
На руках у меня всегда продукт есть. Конвейер. Да, конвейер пошел. Продукт заканчивает, продукт. Не надо ходить продажей, заниматься даже. Есть продавцы хорошие, да. Но их мало всегда. 5% мы говорим, да, людей, которые любят продавать. Остальные мы не любим. Я не люблю продавать продукт. Ну тут он, само собой, получается, когда рассказываешь человеку от сердца, да, свой результат, у меня межпозвонковая грыжа. Люди говорят, сразу хотят, да, давайте мы возьмем продукт. Прошла у меня грыжа. Результат шикарный. Я сколько БАДы пью, я не получал таких результатов. Шикарный, да, результат? Сколько результатов за эти дни мы слышим, каждый раз новые какие-то результаты. Сейчас интернет пестрит, у меня родственники, в этот раз племянница пришел, она пригласила там пранов то и так далее. Они никогда не верили мне, что БАДы работают, да? В этот раз говорит, Шарик, мы тоже хотим заказать. Я говорю, заказывайте. Я их вообще ничего не говорю, они сами. А что ты, говорит, не просишь нас, давай, не рассказывай. Я говорю, вы же в интернете сидите сейчас. Они говорят, ну, везде пестрит, говорят, только LF8, LF8, говорят, отзывы читают. То есть смотрите, что происходит. А то, что вчера дали, да, Айгуль, потрясающие школы. Такие школы нигде не дают, Айгуль, Айлита. Та система, в которую мы должны войти, и вот это даст рост. В интернете, если все мы будем эти вещи делать, то что будет? Люди будут везде слышать LF8, LF8, Acceler и так далее. Все. Результаты, факт налицо. Один гинеколог, уважаемый, когда я был на встрече с ним, говорит, Шарик, мне не надо, говорит, рекламу. Самая лучшая реклама, это когда люди, большое количество людей говорят об этом. Люди говорят. Сам вас правильно говорил? Почему мы пришли сюда? Все. Хотя я тоже сказал, я не хочу работать с продуктовой компанией. Не буду работать, не предлагать, а сам кривой вот так пришел, еле сижу. Вот представьте ситуацию, да? И я потом говорю, вечером прочитал, а я маркетолог, да? Даже спонсор в этот раз улезает, спрашивает, мой, считаешь спонсор? Вот такой Снурпиисова, оказывается, звонит не мне, спрашивает улезает. А Шарик говорит, какой маркетолог? Да какой маркетолог? Я что, учился, что ли, в вузах, что ли, в маркетологии? Я просто, есть практика, да, именно маркетинг я разбираю сразу. В первую очередь, когда прихожу в компанию. Маркетинг. Для меня очень важно. Я вот за вечер просто разобрался, были некоторые вопросы. Я нашел Ивана Вовка в интернете, списался с ним и задал свои интересующие вопросы. То есть это мне надо было. Я не спонсору задал, потому что я понимал, что мой спонсор не понимает маркетинг. Не потому что она глупая, она очень грамотная в этом плане. Ну, она пришла немножко как бы раньше, да? Еще не разобралась в маркетинге. Потому что когда они рассказывали, были вопросы, они не могли ответить. Но я же не буду говорить, ой, ты не знаешь маркетинг, я пойду к другому, да? Просто есть, благодарным надо быть. Меня пригласил человек, я пришел на нее. Правда же? Благодарно. Родители выбирают. Так же и спонсоров не надо хаять, да? Вот так же отношения мы проявляем. Вот здесь теперь, смотрите, вот она две стороны. Бинар, да, пошел. Так, не так, давайте его так нарисуем. Если вы, вот допустим, вы пришли, скажет Сымбат, да? Хочет продукт. 319 тоже маловато, да, 280 капсул? Да? Есть возможность, смотрите, вы строите, пришли бизнес большой. Я просто рассказываю тем, которые хотят бизнес строить большой. То просто клиентам, пожалуйста, берите одну упаковку и пейте продукцию и оздоравливайтесь. Здесь еще, смотрите, 319. Здесь 319. Сколько капсул будет? На 3 умножьте? 560 капсул, да? Уже легче, да, работать? Смотрите. Я просто хочу показать вам, откуда вот эти, да, цифры. Вот. Расписываем. $90. 90. И 100. 200. $80. Плюс $20. И плюс $19 доставка, да? Не 13, 19. Почему? Потому что пакетов побольше, да? Сколько получается? 319.
Вот это LF8, 70 капсул. Вот здесь 60 капсул бело-фиолетовых и 30 капсул одна коробочка LF. Вот здесь две коробки ацелия. Две коробки, это будет 120 капсул, да? 280 капсул. Купили продукт, сколько получите вы с этого? 112 с половиной долларов, и здесь 112, да? Сколько будет это? 225 не хватает, сколько еще до 319? 94, да? Ну, 95. Правильно? Да. Добавляем сюда 95. Делаем прокупку на 319. Понятно? И у вас будет продукции больше. Сколько баллов идет к вам? От вас. Ну, то есть, например, самбат 1, самбат 2, самбат 3. Условно, да? Сколько баллов идет сюда? 45. Себе, да? Здесь 45 идет. Маловато, да, баллов? Еще баллы дали. Смотрите, вы деньги получили, еще баллы какие-то дали. Люди говорят, а что так мало? Потому что мы привыкли к других компаниях, когда покупаешь, сразу баллы идут. Правда же? Здесь, смотрите, возврат денег какой-то. Да? Люди только вот это видят. В следующий месяц приходят, что они делают? Регистрируют еще кого-то. Зачем? Вот это место, которое будет копиться баллы здесь у вас. Вот смотрите. Дальше пошла структура у вас. Раскручиваем только вот это место. Сегодня, пока. Да? Вот эти два места, они стоят. Самбат 1, самбат 2. И Кормсон. Ну, не так, как золотое, как обязаловки нету. Просто это я показываю, как выйти к доходам, да? Почему? И хорошим доходом в дальнейшем. То есть надо немножко видение открыть. Дальше. Посмотреть бизнес, да, вперед. Не сегодняшний день, вот вы получили и все, съели эти деньги. А постоянные доходы, чтобы получать, вы должны посмотреть немножко вперед. И здесь вы начинаете приглашать, раскручивать. Следующий месяц вы сюда покупаете не 319, а сколько? 103. Зачем 103? 300. 300. Ну, я грубо 300 напишу, давай. 299, да? Без 29. Кто не понял? $20 один раз платится в жизни. Да? Это за бэк-офис, за вашу программу, бухгалтерия вся, которая будет считать вам, да? Вот. На 200 стран интернет-магазин вы купили за $20, условно, скажем так. Один раз в жизни. Да? Вот 300 баллов, тебе, ой, $300, сколько это баллов даст? 225. 225 умножаем на 5 раз, да, больше? Правильно? 225 баллов. И отсюда 225 баллов. Читайте. Почему нужно писать? Ну, понятно, я просто показываю, я хочу потом сказать. Оборотно. Во-первых, смотрите. Продукция, вот та продукция, которую вы получили, 560 капсул, у вас они закончатся. Почему? Потому что вот даже сидит в структуре Гульнас, да? Она вот съездила, просит сейчас продукцию. Джопа продукция. Правильно? Продукт Кирик-то? Кирик Алини. Гармский Кирик. Зипит. Как только в регион, даже вот в Алмате сидим, каждый день в офис приходят люди. Видели же, да, Валентина? Приходят люди, просят, продайте капсулы, продайте капсулы. Со всех сторон звонят. И вам также будут звонить. Почему? Потому что результаты идут они. Еще по 6 никто не дает. Не дают. Понимаете, в чем фишка-то нашей продукции? Ну, супер же продукция, смотрите. Уникальный продукт, не хватает. Приятно работать с таким продуктом. Если продукт не работает, конечно же, да, вот смотрите, 600 тенге, партнерские, да, мы... Подождите, давайте потом поговорим. 600 тенге. Пенсионер есть здесь? Вот самая минимальная пенсия сколько? 40 с чем-то, да? Да. Вот если мы, если возьмем 40 тысяч тенге, 70 капсул. Ну,
условно. На 40 тысяч тенге пенсионер живет месяц. Смотрите, месяц питается, продукты покупает, да? А здесь 40 тысяч тенге дорого, да? Понятно? Цена и ценность. Кто-то 40 тысяч тенге за один раз на обед сходит в ресторан. Кто-то живет на 40 тысяч тенге, да? Мы понимаем, это основная масса людей. Теперь, 600 тенге, если он эффект дает нам, по здоровью, да? Мы, значит, питаемся. Потом питание, я оздоравливаюсь, это дорого разве? Пенсионерами, когда я вот так расписываю, они говорят, сынок, это недорого. Это недорого, если, говорит, это работает, это недорого. Я говорю, даже если вы будете делить на одну треть, не 600 тенге, 200 тенге в день, это дорого? Продукт нужен? Поэтому надо считать просто, да, самому. Многие боятся, когда вы расписываете, человек, он будет прокупаться на эту сумму. Почему? Потому что надо объяснять человеку. Продукт, раз он пришел послушать, продукт востребованный, он нужен, он будет давать результаты, значит, он заканчивается, не надо ждать. 123, что заказал? Заказал на эту сумму. Вот этого человека будет бизнес быстрее пойдет, чем тот, который сделает один пакет. Понятно, да? И вот здесь, когда вы начнете, это оборотные деньги будут ваши. Смотрите, один раз, да, положили 319, 319 и 95. Вы это же получили, 225, заработали. Сколько получится? 319, 640 плюс 95. Сколько денег? 735 долларов вы потратили, да? Многие люди боятся 735 долларов, да? Думают, что я сейчас положу, вытащу ли я эти деньги. В голове, да, сидит? Теперь вы понимаете, что эти деньги легко возвращаются? Одна капсула обойдется вам 270 тенге, по-моему, да? Да, если так, если... Посчитали? Посчитали, да. 270 тенге, смотрите, вы даже по 600 тенге продавая, ну, скажем, акселерейт мы даже по партнерской 500 отдаем своим, да, людям, которые подписались. И теперь смотрите, клиентам не отдавайте по 600 тенге, которые пришли вот так первый раз, мы не хотим подписываться, заказывать не хотим, ждать не хотим. Есть такие? 1000 тенге или 8. Не бойтесь говорить вот эти вещи. Да, смотрите, в чем фишка? Хочешь 600 тенге? Хочу. Говорят, да? Заказ делай, я тебе продам по 600. Кто бесплатно раздает? Есть такие люди? Есть такие люди. Смотрите. Нет, я не говорю детям, там, мам, я маме тоже даю, да? Условно скажем, да, вот сестре даю. Лучше, да, вот сейчас, как Айгуль сказала, в долг не давать. Почему? Если вы хотите расстаться с деньгами, лучше подарите эти деньги. Но не в долг. Это энергия. Подарите сколько, не жалко. Вот так. А продукцию в долг не надо давать. У меня есть друг, который сейчас в Астане живет уже полгода. Вот. Мы с ней работали в одной компании, она была тоже топ-лидером. Но потом она ушла, начала продуктами заниматься, чисто продажами и так далее. Вот сегодня она начала раздавать. Я говорю, Света, не пойдет так бизнес. Не надо раздавать. Я говорю, ты уже полгода сидишь в другом городе и ждешь от людей деньги. Зачем? Сколько нервов. Представляете, сколько здоровья. Не надо раздавать продукцию. Продукт очень ценный. Понимаете, о чем я говорю? Подождите, я не про то говорю. Когда вы продаете продукт, вы правильно делаете. Вчера был звонок с Чимкента, я был свидетелем, да? Она говорит, что надо. Я, говорит, до последнего буду давать сколько смогу людям, вот так просто. Без денег. Не будет бизнеса, друзья. Вы пришли строить бизнес. Это бизнес. Вы же, говорит, миссию несете хорошую. Надо же давать людям, я говорю, да. Ну, представьте, я бесплатно раздаю. Вот как вас зовут? Медсафар. Медсафар. Вот я дал, да, ей, например, продукт, да? Она пропила, говорит, я звоню, потом медсафар, говорит, давайте, ахша кайда. Она сказала, ой, балам, я результат алган жок. Извини меня, да? Что-то результат алган жок. Ну, как я буду, что, вышибать с нее деньги, что ли, да? Ну, это же глупо вообще.
Или скажем, да, Сымбату я дал, да, потом говорю, Сымбат, бауырым, маған ақшаң қайтан қайдарасын. Ну что за бред? Я что, пришел тут кошки-мешки играть и так далее? Это бизнес же, правильно? Это нормально. Если вы установку сделаете правильно здесь, в голове, то все сложится нормально. И люди не будут просить в долг. Они будут просить за деньги у вас. Вот в Алмате, как мы делаем, да, сейчас, они звонят, говорят, ну, по партнерски нету клиентов, нету. Покупайте по 1000 тенге. Покупают люди. Я говорю, хочешь дешевле? Хочу. Заказывай. Продам по партнерски потом. Понятно, что как надо работать с людьми? Если вот это будете культивировать, бизнес пойдет быстрее. Теперь смотрите, чтобы в ранге выходить, вот оно место. Вы вот эти деньги крутите каждый месяц. Если каждый из вас будет делать, продукции тоже не будет хватать. Это мы сейчас видим, как ощущаем. В прошлый раз, когда я приехал на Восток, у меня разобрали. Я 15 акселерит привез и 7 упаковок по 70 капсул элевейта своего. Все у меня, за 2-3 дня нету продукции. Нету продукции, не хватает. Легко работать с продуктом, да? Смотрите, этот вопрос другой. Склад – это интернет-проект. Понимаете? Не надо склад здесь открывать. Представительство. Мини-склад делайте просто, да, допустим, Терек, да? Сделал мини-склад себе. Каждый себе мини-склад и работает с продуктом. Это интернет-магазин. Покупаете, и все, продукт для себя. Еще чуть-чуть. Не надо складировать. Да. Даже если Терек захочет завтра 100 тысяч долларов вложить, у него просто-напросто он... Ну, уйдут этот продукт, уйдет. Это я уверен, 100%. Но зачем затовариваться, да, наперед? Надо по мере поступления работать. Вот самые хорошие эти пакеты, почему компания сделала вот эти пакеты. Во-первых, это выгодно, да? 319 положил, 20 долларов экономишь, один раз платишь за один аккаунт. Правда же? Не 3 раза, а 1 раз. И доставка 19. Не 40 долларов. 13 3 раза. Поэтому тут надо считать деньги, да? В следующий раз, когда, допустим, вот Сымбат сделал, кто спонсор вышестоящий? Терек. Тереку идет сколько баллов? 225? 225 сколько? 450 баллов подняли Тереку. И вверх всем. Значит, у него ранги будут расти. Это с одного человека. Терек получит столько баллов, понимаете? А вы же бинар смотрели сколько, да? До 20% мы получаем. Если мы каждый вот так будем делать, то ранги будут расти у людей быстрее. Ранги – это баллы наши, они конвертируются в валюту. Очень простая арифметика. Тут ничего такого сверхъестественного нету. Вы просто считайте, показывайте, не бойтесь показывать вот это людям. Люди будут покупать. Почему у Айгуль, почему в Павлодаре человек хочет 319, автобонус сделать даже? Понимаете? Это нормальное явление. Продукции не хватает. И вы не, даже человек своими деньгами автобонус сделает, он не проигрывает. Он в плюсе в несколько раз. Он поднимает эти деньги. Вы слушали Айгуль, как ее парикмахер, да, который продает сегодня. Какие деньги делает? Я еще не говорила здесь. Не говорили? Нет, говорила. Здесь не говорила. Усть-Каменогорске. Усть-Каменогорске, да? Я забыл немножко. То есть, есть такие люди, которые просто... У нас есть в офисе такие люди, которые делают вот эти вещи. Не хватает. Теперь ранги вот от этого вырастают. Вот сверху Терек стоит, да? Терек получил. У Сымбат тоже внизу то же самое сделали. Еще 450 баллов пришло. Уже два человека под Тереком 450 баллов дали. Это уже 900 баллов. Почти серебро. Да? Классно? А что, бриллианта сделать сколько надо? 7500. 7500 это получается, два человека, если почти серебро делают, 900 баллов дают, то 7 человек уже дадут бриллианта. Ну, 8 человек даже. Вот представьте, как быстро ранги растут. 8 человек, они дадут одну ножку тебе 7,5. Угу. Другая сторона 8 человек дадут тебе 7500 баллов. И уже бриллиант. Легко. Это я в идеале показываю. Не все будут делать это. Правильно? Да.
Но если даже вы будете делать по 103 доллара активность, это будет сколько? 100 человек в бриллиант. Я же до этого говорил ранее. Сколько хотите структуру? Кто-то 1000 человек. 1000 человек, 20% закон Парето работает. 200 человек активно сделали. Пожалуйста. Вот они, ваши бриллианты. Это легко будет делаться. И это я вижу сегодня. Насколько здесь можно вырасти, да, в этой компании и зарабатывать постоянные стабильные деньги. Это называется пассивный доход, да? Которого мы хотим и к которому мы шли. Вот здесь оно есть. Продукт потребляемый, маркетинг работает. О каком одном долларе речь может идти вообще? Ну это правда. Вопрос можно? Да. Самбат 1, самбат 2, самбат 3 делимся. Да. Сонда вот следующий человек, который самбат первый, вот этот должен работать, наверное, да? Сперва, да. Да. Вот сейчас, Айгуля, наверное, вторую часть, да, вот когда нам расскажет, как работать с интернетом, да, вот авторобот и так далее, вот, да, с соцсетями. Вот это даст рост. Почему у них каждый день подписки? Это система. Вот вы на улице сколько людей подпишете? Мало, да? Пригласить сложно с улицы, да, например, сегодня. Кто-то может, кто-то не может. Ну, понятно. В Айгуль, например, 200 человек примерно сейчас на первой линии. Это за год работы. 200 человек на земле можно подписать на первую линию? Ну, сложновато, да? Конечно. На земле. Только работая на земле. Вы мне не ответили. Ага. На самбатик, самбат, топ-топ-топ, нет? Нет. Соган, уже екінші айда надо активировать его словом, да? Тоже. Нет, вот это место активировать. Почему я говорю вот эти места тоже? Нет. Как бы желательно. Смотрите, нет. Слушайте меня внимательно. Вот это каждый месяц, потому что вы из Винара получаете, да? Да, да, да. Пока вот это место, оно стоит. Но баллы же будут копиться здесь. Да. Потому что структура будет расти, и здесь будут баллы копиться. Здесь справа будут баллы копиться, а вот здесь слева. Понятно? Потом в дальнейшем вот сюда начнете работать. Это когда интернет вы изучите, раскрутите, станете бриллиантом здесь железобетонным. Вот здесь. Вот эти два аккаунта пойдут работать. Поясни, что будет, надо будет потом. У нас семейно три аккаунта. Вот смотрите. Внимательно. Внимательно. Вот этот первый, да, аккаунт, который вы раскручиваете. Вот этот второй, вот этот третий. Вот здесь баллы накопились с этой стороны, с этой, вот в этих аккаунтах, да? Почему здесь тоже надо брать каждый месяц продукт? Потому что баллы будут копиться здесь. Да? Там уже, я не знаю, по 100 тысяч, по миллиону может будет, да? Через какое-то время баллов. У вас пол бизнеса уже практически как бы сделан. Начнете потом вот раскручивать вот эти. Извините, 2 и 3 это тоже мы сами покупаем, да? Да, активацию можно делать. Так же нет. Я делаю 1, 2, 3. Я обязательно на эту сумму.